Эти кадры взбудоражили общественность после новогодних праздников в 2014 году. Трое мужчин напали на охранников базы фактории и вынесли 5 миллионов рублей. Позже их осудили, виновным дали реальные сроки. Но на этом разбирательства не окончились. Потерпевшая сторона потребовала возмещения морального вреда. Потерпевшая сторона требует около 6 миллионов рублей, из них 5, которые были украдены, и 1 миллион в качестве компенсации. На рассмотрение этого дела истец не явился дважды. Это послужило основанием для оставления дела без рассмотрения. В связи с двукратными явками его представителями, сообщивших об уважительности причин отсутствия на судебном заседании и просивших суда рассмотрения дела в их отсутствии. На данное определение может быть подана частная жалоба через Нижнекамский городской суд в течение 15 суток. Это понятно, да? Ильнар Нуриахметов, Максим Липин, новости НТР.